Даже в профессиональный праздник работа в санитарно-эпидемиологической службе региона идет в круглосуточном режиме. Особенно напряженным распорядок дня для сотрудников стал во время пандемии. К борьбе с новой коронавирусной инфекцией в санэпидслужбе подошли с большой ответственностью. Ежедневная обработка ПЦР-тестов, исследование крови, необходимый контроль за соблюдением масочного режима на объектах социальной сферы, потребительского рынка и торговли. Хочу пожелать, конечно, не только, чтобы у вас все было хорошо на работе, от вас очень многое зависит с точки зрения обстановки в области и с точки зрения, конечно, состояния здоровья жителей нашего региона, и чтобы вы все были счастливы. Свой день рождения санитарно-эпидемиологическая служба отмечает ежегодно 15 сентября. Именно в этот день, в 1922 году, 99 лет назад, был принят важнейший документ, заложивший основу формирования в России государственной системы охраны здоровья населения. Самарская санэпидслужба располагает хорошим техническим, научно-исследовательским и кадровым потенциалом за высокий профессионализм и преданность своему делу. Лучшие ее сотрудники сегодня были награждены орденами, памятными дипломами и подарками. Награды вручил губернатор Дмитрий Азаров. Вы были на передовой. Вы первый, кто встал на защите здоровья, жизни людей этой инфекции. Нам многое с вами удалось сделать. Вы входите в юбилейный год свой с высоко поднятой головой. Вы многое сделали для того, чтобы жизнь людей была безопасна на территории нашей Самарской области. Спасибо вам огромное. В свой предюбилейный год сотрудники регионального Роспотребнадзора по-прежнему на страже здоровья детей и взрослых. И они надеются на то, что столетний юбилей службы удастся отметить с размахом, без масок, ограничений и коронавирусной инфекции. Ольга Павлова, Василий Клудашов. События.